Проводная гарнитура с наушниками-вкладышами, активной системой шумоподавления плюс индикатор занятости. Все это компания Jabra предлагает вам использовать в офисе под гордым названием Jabra Evolve 75E. Конечно, для офиса это отличный гаджет. Он сертифицирован Skype, достаточно долго держит зарядку. Производителем заявлено 14 часов. По мне получается даже чуть больше. Но, как понимаете, меня офисным планктоном можно назвать с натяжкой. Поэтому данный гаджет я буду тестировать в куда более привычных вам домашних условиях, а именно с точки зрения геймера и человека, порой часто ведущего переговоры по скайпу. С учетом того, что мой стационарный ПК оснащен беспроводной клавиатурой и мышкой, использую я его сидя на диване. В общем, этот гаджет именно для меня. Начнем с дизайна. Да-да, в этом гаджете он есть. Все, чего касаются ваши пальцы, выполнено тут действительно на очень хорошем уровне. Очень удобный жесткий кейс на молнии помещает в себя все, начиная от наушников и дополнительных амбушюр, и заканчивая проводом для зарядки. В комплекте также есть USB-донгл для подключения к ПК или ноутбуку в случае отсутствия встроенного Bluetooth-порта. И вот тут я начинаю говорить о массе плюсов. Во-первых, гаджет держится на шее. На мой взгляд, это идеально, так как шанс потерять его значительно меньше. Еще меньше он становится в тот момент, когда вы понимаете, что во вкладыши встроены магниты, которые не дают рассоединиться наушникам, когда они находятся вне ваших ушей. На проводе правого наушника по традиции расположился микрофон. Чуть ниже находятся кнопки, отвечающие за включение и настройку, а также две клавиши громкости. По ощущениям, все выполнено из очень приятного материала, напоминающего силикон. Клавиши имеют отличный ход, а полное отсутствие люфта гарантирует вам беспроблемное использование долгое время. На задней части расположилось гнездо для зарядки, и да, это не USB-C, впрочем, оно тут и ни к чему. Слева находятся клавиши включения шумоподавления, а также клавиши, отвечающие за микрофон. Стоит отметить, что система шумоподавления встроена также в микрофон. Трехмикрофонная технология создает уникальную зону разговора, в которой вас непременно услышат, а фоновый шум нет. Ну и на сладкое, устройство имеет 5 кнопок. Все они предназначены не только для управления устройством, но также для быстрой работы с вашим гаджетом. Смарт-кнопки для вызова Siri или Google Now будут отличным помощником в быту, а возможность быстро сменить трек на новый поможет вам в метро. Впрочем, как и система шумоподавления ANC. Вы слышите только то, что нужно, без лишних звуковых искажений, что в принципе редкость для системы шумоподавления. Что же сказать про звук? В первую очередь стоит отметить, что это очень индивидуальный показатель. К своему несчастью, я аудиофил, и для меня Bluetooth наушники всегда будут проигрывать проводным. Но вот моя жена просто влюбилась в звук на этих наушниках, да и технологические показатели в них более чем на высоте. Я эти наушники с радостью использую в командных катках, Overwatch и прочих онлайн-играх. Итогом хочется отметить, что девайс оставляет массу плюсов, имеет отличную автономность, возможность полной зарядки за 2 часа, приятный дизайн, отличную систему подавления шума, хорошую эргономику. Наушники действительно очень удобно висят на шее, их очень сложно потерять, и подойдет не только топ-менеджерам в офисе, но и ребятам, любящим хорошую музыку и потные катки в онлайн-играх. Отдельно стоит отметить несколько вариантов гелевых ушных вкладышей EarGels и креплений EarRings. Теперь ваши ушки не будут болеть после беспрерывных двухчасовых использований наушников. Покупать или нет, решать только вам. Лично я свой выбор уже сделал.